Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. Today is our final lesson of the course of 100 Russian verbs. Yes, we did this, we finished this course. Let's make this final effort and learn 5 more verbs. First verb – ехать. To go, to drive, to ride, ехать. Infinitive – ехать. I at once will give you the second verb because it is similar to the first one and will explain you the difference. Second verb – идти. To go, to walk. Идти. Идти. Infinitive – идти. Идти. I'm mixing up Russian and English pronunciation. Ехать. Идти. They both mean to go, but ехать, to go using some transport. Ехать на автобусе, to go by bus. Ехать на машине, to drive a car. Ехать на велосипеде, to go by bicycle. Идти means to go. To go, to walk, using only your feet. Идти, идти по улице, идти, to walk along the street, идти в школу, to go to school, ехать, идти. Well, ехать. Я еду к морю. I go to the sea. Я еду к морю. I go to the sea. Море. Sea. Sea. Море. To the sea. К морю. Another forms. You go to the sea. Ты едешь к морю. He goes to the sea. Он едет к морю. She goes to the sea. Она едет к морю. We go to the sea. Мы едем к морю. You plural. You go to the sea. Вы едете к морю. They go to the sea. Они едут к морю. Я еду, ты едешь, он едет, она едет, мы едем, вы едете, они едут. To walk. Идти. Я иду в школу. I go to school. Я иду в школу. You go to school. Ты идешь в школу. He goes to school. Он идет в школу. She goes to school. Она идет в школу. We go to school. Мы идем в школу. You plural, you go to school. Вы идете в школу. They go to school. Они идут в школу. Я иду, ты идешь, он идет, она идет, мы идем, вы идете, они идут. Now both verbs. Я иду, я еду. Ты идешь, ты едешь. Он идет, он едет. Она идет, она едет. Мы идем, мы едем. Вы идете, вы едете. Они идут, они едут. Next verb. Покупать. Покупать. To buy. Покупать. I buy fresh bread every morning. Я покупаю свежий хлеб каждое утро. I buy, я покупаю fresh bread, свежий хлеб, bread, хлеб. We spell хлеб, but we pronounce хлеб. И свежий хлеб every morning, каждое утро. Я покупаю свежий хлеб каждое утро. You buy fresh bread every morning.
ты покупаешь свежий хлеб каждое утро. He buys fresh bread every morning. Он покупает свежий хлеб каждое утро. She buys, она покупает свежий хлеб каждое утро. We buy fresh bread every morning. Мы покупаем свежий хлеб каждое утро. You plural, you buy fresh bread every morning. Вы покупаете свежий хлеб каждое утро. They buy fresh bread every morning. Они покупают свежий хлеб каждое утро. Я покупаю, ты покупаешь, он покупает, она покупает, мы покупаем, вы покупаете. Next verb. Смеяться. Смеяться. To laugh. I laugh at the jokes of this actor. Я смеюсь над шутками этого актера. Я смеюсь над шутками этого актера. You laugh at the jokes of this actor. Ты смеешься над шутками этого актера. He laughs. Он смеется над шутками этого актера. Joke – шутка. She laughs at the jokes of this actor. Она смеется над шутками этого актера. We laugh at the jokes of this actor. Мы смеемся над шутками этого актера. You plural, you laugh. Вы смеетесь над шутками этого актера. They laugh at the jokes of this actor. Они смеются над шутками этого актера. Я смеюсь, ты смеешься, он смеется, она смеется, мы смеемся, вы смеетесь, они смеются. And fifth verb – улыбаться. Улыбаться. To smile. Let's take simple sentence. I smile at my friends. Я улыбаюсь друзьям. Friend – друг. Friends – друзья. Друзья. Улыбаюсь друзьям. Я улыбаюсь друзьям. You smile at your... let's take just friends. You smile at the friends. Ты улыбаешься друзьям. He smiles at the friends. Он улыбается друзьям. She smiles at the friends. Она улыбается друзьям. We smile. Мы улыбаемся друзьям. You plural smile at your friends. Вы улыбаетесь друзьям. They smile at the friends. Они улыбаются друзьям. Я улыбаюсь, ты улыбаешься, он улыбается, она улыбается, мы улыбаемся, вы улыбаетесь, они улыбаются. And now let's repeat the two verbs, to laugh and to smile. Я улыбаюсь, я смеюсь, ты улыбаешься, ты смеешься. Он улыбается, он смеется, она улыбается, она смеется, мы улыбаемся, мы смеемся, вы улыбаетесь, вы смеетесь, они улыбаются, они смеются. Now training. Let's repeat the verb that we've just learned, to smile. Check if you remember all endings. I say English sentence, you say Russian sentence. Let's take the same sentence. I smile at my friends. I smile at the friends. I say I smile at the friends and you say я улыбаюсь друзьям. All six forms. I smile at the friends. You say Russian. Я улыбаюсь друзьям. You smile at the friends. Ты улыбаешься друзьям. He smiles at the friends. Он улыбается друзьям. She smiles at the friends.
Она улыбается друзьям. We, yes, plural, we. We smile at the friends. Мы улыбаемся друзьям. You plural, you smile at the friends. Вы улыбаетесь друзьям. They smile at the friends. Они улыбаются друзьям. Well, now let's check yourself in another way. I say Russian verb идти in all six forms, and you say a Russian verb ехать also in all six forms. I say я иду, you say я еду, okay? Let's start. Я иду. Я еду. Ты идешь. Ты едешь. Он идет. Он едет. Она идет. Она едет. Так. Мы. Yes. Мы идем. Мы едем. Вы идете. Вы едете. Они идут. Они едут. Молодец. Now let's repeat a verb from previous lessons. Вставать. To get up. I get up early in the morning. Я встаю рано утром. Early in the morning, рано утром. Again, I say English sentence, you say a Russian sentence. Я встаю рано утром. Well, I get up early in the morning, you say Russian. Я встаю рано утром. You get up early in the morning. Ты встаешь рано утром. He gets up early in the morning. Он встает рано утром. She gets up early in the morning. Она встает рано утром. We get up early in the morning. Мы встаем рано утром. You plural, you get up early in the morning. Вы встаете рано утром. They get up early in the morning. Они встают рано утром. Молодец. Yes, I think it's enough. What else? What else it is? The last lesson. Okay, yes, it's enough. Maybe I will make a lesson consisting only of trainings, only trainings, repeating verbs that we've learned in all these 20 lessons. And then I will think which course to start next. Well, see you in my next lessons. Watch all this course again. There is the separate playlist. The links are in the description of this video. Follow my YouTube channel, join our Facebook page, take part in our online courses. See you in my next lessons. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!